Доброе утро всем, мои хорошие. Какой прекрасный день. Я смотрю, такая красота. На улице морозец. Хотя мой градусник, наверное, врет. Минус 6 сейчас, ощущение как минус 10. На градуснике минус 1 показывает. Ой, какая красота. Ой, не могу. Вот люблю, когда красивая погода, солнышко отсвечивает от домов. Ветра нету, тишина. Сегодня у нас солнечный день обещается быть. Ой, красота, ляпота. Еще раз всем доброе утро, девочки мои. Прекрасная погода сегодня и хорошее настроение. И я хочу сегодня поболтать немножко с вами, потому что вчера я целый день монтировала видео с нашей поездкой, куда мы ездили вот на бассейн отдыхать всей семьей. Прекрасная была поездка. Видео получилось у меня очень длинным. Но, честно говоря, мне ничего не захотелось оттуда вырезать, потому что я, когда это видео монтировала, вот, честно говоря, меня улыбало. Вот этот вот настрой такой был прекрасный. И я очень рада, что познакомилась с бабушкой Олей. Кстати, очень задорная бабушка. Это родная сестра Надежды Ивановны, которая вот свекровью является моей дочке. В общем, у нас такая подобралась веселая бабушкинская компания в машине. И оказалось еще, что они тоже вокалистки, тоже они пели со школьной скамьи, еще начиная по голосам, как и я тоже в школе еще начинала по голосам петь. Вот. И мы сначала там что-то болтали, что-то попивали, а попивали я имела в виду не пили, нет, никто спиртного не пил. Пели, потихонечку пили, мы немножко пробовали себя. Мы где-то раскачались, наверное, к концу пути в том направлении. А в обратном направлении уже, когда ехали в машине, мы уже прям разошлись, разгулялись, и всю дорогу до самого Ростова, в общем, пели, вспоминали какие-то песни тех времен, ушедших давно, из кинофильмов, не из кинофильмов, ну, в общем, короче говоря, и пели это все хором, все это по голосам, все здорово. Кстати говоря, видео это вышло только сегодня утром, и я еще не знаю, что там будет в комментариях, но я думаю, что кому-то это видео понравится, кому-то может что-то обязательно не понравится, кто-то может написать, что видео слишком длинное, но я помню, что многие из вас просили, чтобы я пела, в общем, побольше песен. И так вот получилось, что всю дорогу мы пели, и всю дорогу я эти песни снимала, не могла не снять. И когда вчера монтировать села, ну, думала, что-то сокращу, как-то урежу видео. Но, в общем-то, в основном все оставила, потому что все мне нравится, и сокращать ничего не захотелось. При том, что это такое видео, я скажу, из тех редких видео, когда собрались все вместе. Бабушка Оля приехала, она не ростовчанка, она не местная. И вот получилось так, что собрались все вместе, веселая компания у нас получилась. И как-то так оказалось, что все поющие, все веселые, все задорные. Бабушки еще, оказывается, ого-го, могут жару дать. Так что бабушек не списывайте со счетов. Мне все очень понравилось. Я вчера уже утром, когда проснулась, после поездки я приехала домой уже без задних ног. Устала, конечно же. И, в общем, легла уже спать. А утром, когда проснулась, я сразу же села монтировать видео. И вот у меня с утра было такое прекрасное настроение. Знаете, вот такое, знаете, как послевкусие. После какой-то, обычно, может быть, гулянки или выезда куда-то, поездки. Обычно потом, вот уже когда все устаканивается, там на другой день, обычно у вас остается послевкусие. Либо что-то, может быть, кому-то там вспомнится нехорошее. Ну, а мы народ оптимистичный, наверное, все, я думаю. И, в общем, у меня послевкусие прекрасное осталось. В общем, отлично погуляли. Несмотря на то, что там какие-то недочеты, там неровная дорога, где-то там холодно было в этом шатре. Но это все-таки мелочи по сравнению с тем, что вот общение с хорошими людьми, с веселой компанией, с людьми оптимистичными. В общем, все такое позитивное, все классно. Мне понравилось, я до сих пор еще долго буду вспоминать эту поездку и вспоминать буду просто с таким вот умилением, можно сказать. Ну, я думаю, что это видео еще и бабушки будут пересматривать, и бабушка Оля тоже, когда уедет, она вот посмотрит это видео и вспомнит, и тоже, может быть, ей станет тепло на душе. Вот, я надеюсь на это.
Так что это видео для памяти. Я оставила все, такое длинное видео, несмотря на это, я оставила все, что там для меня, вот, например, какой-то интерес представляет. Самочувствие у меня прекрасное после поездки. Я думала, что я, может быть, заболею, потому что я не мож, конечно, ходить зимой в купальнике, в мокром. Но бассейн был очень теплый, правда, я сидела, не вылазила в основном из него. Ну, в общем, все прекрасно, все хорошо, все отлично. Я, кстати говоря, это видео с удовольствием сегодня еще раз пересмотрю. Мне оно понравилось. Я думаю, что это из тех видео, которые можно пересматривать даже несколько раз для того, чтобы поднять себе настроение. И если кто-то его еще не смотрел, посмотрите, девочки, предыдущее видео, наша поездка совместная с семьей на Азовское море, в Таганрогский залив, вот парк отдыха, станция морская называется. Что еще я вам хочу сказать? Сегодня у нас 8 января, а завтра у сына день рождения. Я сегодня решила видео снять коротеньким, для того, чтобы я его сегодня успела смонтировать, потому что завтра мне уже будет не до этого. Завтра у сына день рождения. Мы с дочкой собираемся поздравить его с днем рождения. Вечером дочка уезжает, и я уже поеду к ней. Буду с Дэней находиться. И, в общем, там уже будут другие темы сниматься. Как я нахожусь там с Дэней, в общем, у дочки. И даже как там, что там будет заранее, ничего не знаю. И говорить заранее это уже бесполезно. Пустая трата времени. Вот. Сына я завтра поздравлю, конечно, уже лично, но и я знаю, что он видео мои смотрит, и это видео он тоже будет смотреть. Поэтому, сыночек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе, естественно, в первую очередь, это огромного здоровья. Когда будет здоровье, тогда будет все остальное. Ну и также я тебе желаю, конечно, счастья, чтобы у вас было все в семье хорошо, чтобы вы жили дружно, у вас и так все хорошо, ну, чтобы было еще лучше. И также на работе, чтобы у тебя было все спокойно, все хорошо, в общем, чтобы жизнь тебя радовала, ну и ты сам себя тоже радуй. Потому что позитивное настроение, позитивный настрой, он, конечно, нам строить и жить помогает. Так что я тебя, сынок, очень-очень люблю. Целую, мой дорогой. А я сегодня, девочки, решила вот уже напоследочек сняться на фоне елочки. Думаю, ну уже скоро ее будем мы разряжать, разбирать. И думаю, ну, в общем-то, она у меня так немного маячила в видео. Поэтому думаю, ну, сяду уже сегодня напоследочек, поснимаюсь я на фоне елочки, на фоне фонариков. Все-таки все равно какое-то праздничное настроение это придает. И я не знаю, уже скоро, но, в общем-то, я думаю, что уже Старый Новый год через неделю будет. И после Старого Нового года обычно мы елочки все разряжаем, да. Вот, и я в том числе. И еще что я хотела сказать. Вот это видео, которое я снимала предыдущим, пока мы ехали, вот это все снимала, всю дорогу мы пели, аж до самого Ростова. И у меня уже батарейка, телефон разрядился, я на телефон снимаю. И в конце я хотела еще там что-то сказать, ну, в общем, быстренько-быстренько попрощалась с вами, чтобы успеть уже в конце концов закончить видео, прийти его запустить на обработку, потому что оно у меня всю ночь обрабатывалось, и только утром рано я начала его монтировать. Вот. Ну, в общем-то, собственно, я в основном-то вам и сказала, да, какие мои впечатления. Сейчас уже, знаете, как после вкусия и как после отдохнувшая когда, да, тогда уже уставшая, много чего говорить не могла. Хотя вообще, конечно, вот осадок такой очень приятный у меня остался от той поездки. И мы уже, хорошо, что мы уже доехали до Ростова, буквально вот решили поехать не по этой дороге, где тут много светофоров, а по параллельной дороге, там, где светофоров нету, но там есть какие-то участки, где там вот такие вот колдобины, ну и где-то там, в общем-то, колесо прокололи. Буквально вот выехали на проспект, обнаружили, что у нас прокол, и там хорошо, что рядом буквально там шиномонтажка, мы туда заехали это колесо починить. Вот. Но я находилась там с ними все равно рядом, потому что, кстати говоря, успели забрать еще, я сбегала заказ Faberlic там рядом буквально. И вот заказ Faberlic я до сих пор еще не распаковывала. Хочу сейчас распаковать и показать вам, что я там заказала, девочки.
Вот такая у меня коробочка пришла. Я ее даже не вскрывала, потому что мне вообще было вчера не до этой коробочки, не до посылочки. Я вчера очень много времени, в общем, с самого раннего утра, с 5 утра, можно сказать, и до самого вечера позднего я занималась видосиком этим. Ну, мне уже хочется. Я, честно говоря, что-то помню, что-то не помню, что там заказала. Ну, мы сейчас посмотрим с вами вместе. Да, открывайся уже. Коробку под мышкой принесла, сумка спортивная. Кстати, кто спрашивал, зачем я такую спортивную сумку купила? Вот, у меня такие случаи. Куда-то выехать, к дочке поехать. Вот она очень пригодилась. Так, ну и что же я тут заказала? Сейчас я посмотрю, сейчас я все выгребу, наверное, чтобы все это увидеть и вам покажу. Ну что, распаковала, в общем-то, давайте я вам покажу, что я тут заказала. Ну, первым делом средство для волос по акции была моя красочка, краска Ботаника 10.0. Я вам ее много раз показывала, поэтому на ней я останавливаться сильно не буду. Взяла две, пускай будет у меня про запас, тем более по акции они со скидочкой хорошей. И, в общем-то, я постоянно крашу столько этой краской. Ну и всегда я в краску, когда волосы крашу, я всегда добавляю туда масло. Масло, вот это ампульный концентрат. Я взяла тут вот питающий уход и атласная гладкость. В общем, взяла еще три штуки. Как раз у меня здесь две краски, еще одна у меня есть дома. Вот это в каждую красочку по ампулке добавляю для ухода за волосами. По-моему, у меня волосы в прекрасном состоянии находятся. Дальше что еще я вам хочу показать? Ультракондиционер для белья. Вот такой вот желтенькая я брала уже один раз, и мне очень понравился запах. Он такой ненавязчивый, и у меня это называется «Мелодия солнца» кондиционер. Здесь артикул 11857, «Мелодия солнца». Вот это вот я им пользовалась, и вот то, что мне понравилось, то, что здесь запах такой, он какой-то легкий, свежий запах. Но и в то же время не очень сильно такой, потому что вот эта ароматерапия, тоже здесь написано ароматерапия. Некоторые кондиционеры, они очень прям сильно, так, прям сильный такой запах, что даже мне, ну мне это перебор, сильно, сильный перебор. Так, ну и взяла еще вот этот вот гель для душа. Я из этой серии беру их все время разные, там Таиланд, Марокко, там, в общем, разные. Это Таиланд. У них такие приятные запахи, очень хорошо распенивается, размыливается. В общем, этим гелем я вот очень люблю пользоваться. Так что взяла тоже, пусть он будет. Это тоже по акции был. Взяла нейтрализатор запахов. Мне вот нравится он. Это вот не просто освежитель воздуха, а нейтрализатор запахов. Поэтому какие бы запахи ни были, хоть в кухне, там, хоть где, попшикал. У него очень приятный запах, такой вот нежный какой-то, я даже не могу его описать. И в то же время он, как вот эти запахи все, поглощает. Но мне он нравится, он у меня был, закончился, я решила заказать его. А вот то, что из новинки я заказала, это акваспрей, освежитель воздуха, сицилийский бергамот. Это антитабак. Это я заказала на подарок кое-кому. Вот. И вот мне, кстати говоря, тоже очень интересно запах этот сейчас понюхать. Сейчас попшикаем. Оп-оп-оп-оп. Ну-ка. Ой, приятный, да. Такой, я даже не могу сказать. Знаете, когда вот дезодорант такой... Кстати, моего любимого дезодоранта запах. Такой ненавязчивый, легкий запах свежести. Класс, класс. Надо попробовать тоже. Какой тут у него артикул? 30-329, да. Вот. Заказала, девочки, я еще легкий вот этот 20% майонезный соус. Тоже я его брала уже, он мне понравился. Он без сахара, соль с пониженным содержанием натрия, натуральные пищевые волокна, содержит коллаген. В общем, такой приятный тоже вот соус, не жирный, в то же время в любой его там салатик добавить или что, вот классный. Я решила его еще раз заказать, да, мне он понравился. И тоже вот такие вот я заказывала ежедневки, такие вот прокладочки.
Мне нравится то, что, кстати говоря, их можно взять, если что, в дорогу. Очень компактная такая упаковочка. И здесь вот она закрывается так хорошо. И здесь каждая запакована в отдельную такую вот упаковочку еще. То есть, если вот вам надо на работу с собой взять, вот отдельно раз-раз положил в сумочку, кинул. И очень удобно. И они там с чипами, очень, ну, очень хорошие прокладки. У меня о них просто хорошее впечатление. Так, ну, аромадиффузор вы уже знаете, что у меня есть. У меня два масла есть, которые Energy и Relax. Relax на вечер, Energy для бодрости, это на утро. Я решила заказать еще одну масилка. А эта масилка у меня для иммунитета. Для иммунитета. И что тут в состав входит? Сосна, эвкалипт лимонный, мята луговая, шалфей мускатный, розмарин, кедр атласский, мята садовая. Вот. Такой хороший составчик, да. Ну, как он пахнет, я попозже уже его понюхаю. Ну, в общем, решила я его взять. Так, я не пойму, где тут артикул. 1601, это артикул или нет. Вот. Ну, в общем, вот такой вот. Так, еще я взяла, вот, девочки, вот такую вот тушь себе. И вот это вот новенькое для меня. Это увлажняющий крем Pint для лица. Вы знаете, что многие тоналки мне не подходят. А это вот как крем, который придает тон кожи. Вернее, подстраивается под ваш цвет кожи, я так поняла. И при том, что он еще и увлажняющий, я думаю, он мне подойдет. Я хочу его сейчас попробовать прямо вместе с вами. Ну и, может быть, и тушь тоже попробую вместе с вами сейчас. Ну и, конечно же, каталог. Следующий, это уже второй каталог. Второй, да, каталог. И что-то тут новенькое у нас уже будет. Полистаем, посмотрим. Вот такая вот обложечка у него. Я принесла зеркало. Крем вот этот вот, он выглядит вот так вот. Вот такая вот такой пузыречек. Хорошенький. Так, ну и... На руке он выглядит как белый крем. Прям белый. Посмотрим, как он будет выглядеть на лице. Мне интересно. О, интересное дело. Девочки, я вам хочу сказать, мне нравится это дело. Я его намазываю, он как белый, а потом он принимает цвет кожи. И не видно, что это намазан тональник. Очень интересно. Такого у меня еще не было, но мне нравится. Это очень-очень удобно. Потому что, когда я тоналку намазываю, если я крашу тоналку и не крашу глаза, ну, видно, что тоналка есть, она как бы выделяется на лице. Вот. А этого крема не видно. Он вроде как сглаживает все. Но не видно, что тоналка на лице есть. Прям хорошо, мне нравится. Здорово. Вот я довольная. Я довольна этим кремом. При том, что он еще увлажняющий. А вот как раз-таки мне очень нужен увлажняющий крем. И он даже, вот, по-моему, и летом подойдет. И так. Вот. Вот я сегодня с ним похожу и посмотрю. Потому что обычно у меня косметика, она... А, нет, я не посмотрю, потому что сейчас тушь еще накрашу. У меня косметика, просто долго не могу с ней ходить, у меня глаза начинают болеть. И вот интересно было бы иметь такой, конечно, крем, который накрасишь, он делает свое дело, и в то же время, если вот он будет нормально, ну, как по ощущениям, по моим, мне очень-очень чувствительная я вся стала, не знаю, косметики. Так, прекрасно. И вот сейчас просто любопытно тушь еще попробовать, вот эту тушь хочу, что она быстро накрасится или нет, потому что тушь я тоже крашу сейчас очень редко, и она, в общем-то, лежит у меня и подсыхает. И я последнее время уже смотрю, что она как бы уже подсохла, и нужно мне что-то свеженькое взять. Так, кисточка тут пластмассовая. Это не такая, которая щетиночки. Пластмассовая кисточка. Ну, ладно, интересно, как она будет краситься. Расчесывает хорошо.
Так, интересно, я смогу сейчас по-быстрому? Как я люблю по-быстрому, так бывает чуть-чуть раз-раз. И хотя бы так для съемок, не то чтобы куда-то. Пусть я уже перестала краситься, ходить, потому что больше часа, максимум два, я уже не могу с косметикой. Вот только губы теперь крашу, ну и тон навожу. Ну что, а очень даже ничего. Я не знаю, видно вам или не видно, но прям хорошо. Раз-раз, и реснички все подкрасились довольно быстро. Я даже, видите, при вас все делаю. Вот, прям при вас все делаю. Во. Да я уже накрасилась, девочки. Сколько на это времени ушло? Немного времени ушло. Все. Даже этого мне достаточно. Я не знаю, видно вам или нет. Вот так вот посмотреть. Реснички хорошо накрасила. И крем, по-моему, тоже классно, да? Все, я довольна. Мне это нравится. Мне это уже нравится. Я уже стала красивее, чем была в начале видео, да? Так, ну, в общем, я во всей своей красе. На этом хочу видео свое закончить, чтобы оно было коротеньким, чтобы я сегодня быстренько его смонтировала и на 9 на утро, чтобы оно у меня уже вышло. Потому что у меня уже 9 утром будет не до этого. Уже начнется беготня туда-сюда и куча-куча дел. Вот, ну все, мои хорошие, на этом я с вами прощаюсь. Пишите комментарии, кому видео понравилось, ставьте лайки. И всем пока-пока, всем до новых встреч.